Саяны Хакасия продолжают держать первое место в турнирной таблице, однако череда удачных игр для команды закончилась. Во всяком случае, пока. На прошлой неделе наша дружина уступила Кузбассу-2 из Кемерово. Неудачи обернулись и две последние выездные игры с красноярским Енисеем-2. Во вчерашней встрече наши держались вполне достойно, даже выиграли первый период 2-0, однако во втором упустили инициативу. В результате победы красноярцев, пусть и с минимальным отрывом, 7-6. Сегодня во втором матче реабилитировать себя не удалось, да и счет оказался более разгромным. 8-2 в пользу соседей. Впрочем, отыграться перед Енисеем-2 шанс будет. 22 и 23 февраля в Бакане состоятся ответные матчи.